Набиуллина заявила, что антикризисные меры нужно постепенно сворачивать. Иными словами, что сказал Набиуллин, что хрен вам больше платить, кто что будет. Какие антикризисные меры? За что они платили? Они платили безработным. Да? Ну вот, предположим, не было никакого этого коронавируса, что безработным платить не надо? Это антикризисные меры у них. Пособие по безработице, ну и так далее. Можно сколько угодно долго загибать пальцы, кому-нибудь там выплачивали деньги, в том числе и детям, там, которые идут в школу. Вот я нахожусь в очень благополучной стране, и детям, которые идут в школу, выплачивают нормальные деньги, по 200 там, евро, что ли. Да? То есть это нормально, никто не говорит, что не по 10 тысяч, понятно, да, а здесь облагодетельствовали всех, это антикризисная мера. Сбер представил прототип беспилотного автомобиля, Сбер какой-то у них есть, это как какой-то в 2020 году, я так понимаю, Сбербанк создал, Яндекс создал и Сбербанк создали какие-то, значит, структуры, которые беспилотные автомобили будут делать. Ну, посмотрим, что они будут делать, обхохочет. Там где-то на выставку они должны в июне представить такой автомобиль, я... Посмотрю, я думаю, он будет вот таким, будет ездить такой по столу, как тот робот, которого Путину показывали. Они кланялись Путину, помните? Титов заявил о росте спроса на самогонные аппараты за прошедший год. Видите, как хорошо России стало жить. А когда нам рассказывают еще о снижении количества алкоголя, потребления, я имею в виду, то вот такие цифры почему-то по увеличению спроса на самогонные аппараты никто не ставит. Причем это Титов говорит о каких самогонных аппаратах, которые официально продаются. Да? А представьте себе, сколько самогонных аппаратов, которые самодельщики делают, ну, с какой-нибудь условной батареей. Народовластие – это и есть коммунизм? Нет, конечно. Народовластие предполагает государство, а коммунизм не предполагает государство. Коммунизм – это бесклассовое общество, в котором нет государства. Поэтому народовластие – это не коммунизм. Народовластие – это народовластие, это демократия. Прямая демократия. Вот когда там либерал что-то шамкует по поводу демократии, вы скажите, прямая демократия, что это такое? Народовластие. Прямое народовластие, прямая демократия.